Нарешті праз Могильон наші вовки приклали свої очі стежки. Метафестиваль такого зроню упершиню проводиться у нашому городі. У програмі спаборництві по метакросу, смачна їжа, живая музика. У оголі все, каб створити справжнє мотосвято. Унікальне для Білорусі мероприємство на гэты раз проходило на протягу двух дзён у Могильовському екстрим-парку. Проезд по обласним центру колонны из нескольких десятков байкеров официально дал старт фестивалю. Мероприятие направлено на развитие и поддержку технических видов спорта и творчества. Да, в первую очередь. У межах фестиваля проходил открытый кубок Беларуси по мотокроссе. Позмагаться за кубки приехали как белорусские спортсмены и аматоры, так и представники России, Украины, Литвы, Латвии и Германии. Спаборництвы проходили по 11 классах. Едем сами для себя, но не как для спорта, как бы, ну просто это как фанатизм, можно сказать, просто уже с детства, с 8 лет занимаемся. Самым маленьким спортсменам ледь исполнилось 5 годов. Не глядя на это, малые смело крутили ручку акселератора и гарцевали по песчаной трассе. Не знаю что, а потом Гришка на этом песке упал и несколько кругов там стоял. Увечеры организаторы порадовали уже нешматликую публику концертом. На сцене у гэты вечер выступали мастодонты айчынной сцены «Тритон» и «ТТ-34». Хедлайнерами вечера были барабанщики «Драм Экстази» и московские эпатажные хлопцы «Мордор». К мотоциклетным мероприятиям относятся с большой любовью, потому что практически во всех участвуем. Поэтому, собственно, и ребята, которые ездят на мотоциклах, нам очень близки. Просто поскольку они любят скорость, а скорость и нам тоже очень близка. В музыке, в жизни, во всем. Так что, в общем, это наши братья. Подробности открытого Кубка Беларуси по мотоциклетным кроссе глядите сегодня в программе «Про спорт» на телеканале «ЛАД». Роман Коткин, Андрей Чорный, «Новин регион».